Нижегородский переулок. Копаем. Не дают спать. Все бабушки на кипише. Так-то ничего страшного. Напротив садик. Долбим асфальт, как в последний раз. И это продолжается с 10 часов вечера. И так каждую неделю. Кстати, два раза ходил чай пить. Вот эта мигалка очень сильно светит в окна. И этот звук неимоверный, превышающий децибелы. Да, вот, сгребает асфальт. Потом будет детский сад. Писать в администрацию. По поводу асфальта. Будьте добры, наш новый губернатор, положите нам асфальт. Вот это самое то. Ковшом, давай. О, ну прочистил он. Там плохо видно. Вот здесь тоже нормально. И работает он до 3 часов ночи.